Доброе утро. Эфир телеканала «Катунь-24» продолжают новости. С вами Анастасия Борисова. И перейдем к выпуску. В Барнауле участники алтайской команды молодежки УНФ украсили российскими флагами речные суда. Акция проводится по всей стране и приурочена к предстоящему Дню России. Молодежка ОНФ совместно с Минтрансом Алтайского края обеспечит новыми триколорами весь небольшой речной флот, перевозящий пассажиров и грузы по Оби и другим рекам региона. Всего судов в Алтайском крае 48 будут заменены флаги. День России, российский флаг, он должен быть всегда чистым, опрятным и красивым. Поэтому решили такую акцию сделать, да, потому что износ идет, да, ветер, погодные условия, чтобы было все красиво. Продолжаем выпуск. Современный детский сад строится в селе Залесово. Пока часть детсадовских групп размещается в двух местных школах, но скоро эта проблема будет решена. Появление детского сада в селе Залесово по-своему символично. Новое здание строится на том же месте, где пытались построить садик в 90-х годах. И лишь спустя почти 30 лет это удалось сделать. Нам повезло. Если говорить о других муниципальных образованиях, необходимо было отметить, что они должны были вкладывать финансовые средства из местного бюджета. Полностью по национальному проекту «Демография» детский садик строится за счет федеральных и краевых финансовых средств. На сегодня строители закончили нулевой цикл, приступили к возведению первого этажа. Работы ведутся согласно графику, хотя небольшие отставания были. Пришлось решать проблемы фундамента, оставшегося от старого здания. Здесь контроль осуществляет не только единый стройзаказчик, но и государственная инспекция Алтайского края. Пока крупных замечаний или каких-то замечаний, которые бы мешали дальше производству работ, к подрядной организации нет. Больше всех ждут новый садик местные жители, а точнее молодые семьи с маленькими детьми. Два этажа комфорта с игровыми комнатами, спальнями, буфетом, залами для музыкальных и физкультурных занятий, кабинетом логопеда. Мы с мужем построили дом, конечно, мы планируем здесь оставаться и работать. Детей очень много у нас. Вот в первом классе уже 3 класса набралось. Классы большие, по 26 человек у нас в классе, поэтому детей много. В садике у нас тоже много детей, ребятишек. Как бы две уже группы будут дошкольного младшего возраста. Поэтому садик это и школа, это самые первые необходимости у нас в селе. Новый детский сад рассчитан на 140 мест для ребят от 2 до 7 лет. По нацпроекту «Демография» на его строительство из федерального и краевого бюджета потратят 151 миллион рублей. Глава района уверен, наполняемость будет 100%-ной. Открыть садик планируют весной следующего года. Владимир Токмаков, Анатолий Фукс, новости. 4 бездомных щенков спасли сотрудники МЧС в Барнауле. Зверята застряли под железобетонной плитой. Собак обнаружили во время уборки строительного мусора. Рабочие вывозили плиты с территории, где проходили землеустроительные работы. Услышав лай под одной из плит, решили вызвать спасателей, чтобы не травмировать щенков. Сотрудники МЧС оперативно отреагировали на вызов. Взяли шансовый инструмент лопаты, лом, сделали отверстие и достали щенков с другой стороны. Сложно, что плиты тяжелые. Могли, если плиту приподнять, могли придавить щенков. На время спасательной операции работы на территории прекратили. Всех щенков удалось достать без повреждений. Сейчас судьба животных решается и, скорее всего, их отдадут в приют. Который пятнистый, как мама. И на этом утренний выпуск новостей завершен. С вами была Анастасия Борисова. Хорошего дня.